Здравствуйте, сегодня 30 декабря 2023 года, это улица Максима Горького. Нахожусь на аллее парка культуры и отдыха и иду посмотреть на открытый каток. Его сегодня открыли, там уже кто-то, я вижу, катается возле елки на площади Ленина, каток. Сейчас посмотрим, кто там катается и как. Торговля. Шар светящийся. Интересный арт-объект, шар светящийся. Можно в него зайти и выйти. Можно попробовать даже желание загадать. Желаем здоровья, хорошего настроения нам всем, и мне в том числе. По свежему льду катаются жители Орла, молодежь, радуются жизни, и это хорошо. Вот такой замечательный каток сегодня открыт на площади имени Ленина. Елка, песни, танцы, выступления коллективов и торговля сувенирами, напитками. Торговых павильонах, стилизованных под избушки народные. Приходите на каток. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла.